Как правильно установить елку, зажигать бенгальские огни и другую пиротехнику? Даже в новогодние праздники жители не должны пренебрегать правилами пожарной безопасности. В областном управлении МЧС уверены, несчастные случаи происходят чаще всего из-за несоблюдения подобных правил. Главное управление МЧС России по Ульяновской области в настоящее время проводится посещение мест проживания многодетных семей, как благополучных, так и неблагополучных. Эту работу мы планируем завершить до конца года. Один из рейдов прошел в поселке Вырыпаевка Засвияжского района. Представители соцзащиты и государственного пожарного надзора заглянули в гости в несколько семей, провели адресную разъяснительную работу. Каждой семье вручили автономный пожарный извещатель. Для безопасности очень необходимо, потому что все-таки частный дом, не квартира. Да и в квартире тоже можно поставить такую вещь. Для своевременного оповещения очень необходимая вещь. Подобные рейды продолжатся до конца этого года.